начинать? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Представьтесь, пожалуйста. Гузаренко Светлана Николаевна, учитель школы номер 3. А какой вы предмет преподаете? Я учитель начальных классов. Начальных классов. Скажите, пожалуйста, Светлана Николаевна, а когда вы и как вы решили стать учителем? Ну, еще в детстве я жила в Алтайском крае, в поселке, и думала, что когда я вырасту, я обязательно стану телятницей. Но пока я росла, мечта сменилась, я стала ребятницей, то есть я стала учителем, потому что у меня была очень хорошая учительница в первом классе, Таскаева Дарья Федоровна, и я считаю, что именно она заложила вот эти вот основы. А какой предмет она преподавала? Тоже начальные классы. Тоже начальные классы? Как интересно. А скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь хотели стать, ну, может быть, педагогом не начальных классов, но, может быть, любимый предмет какой у вас? У меня в школе или когда школе, я... Да. Пение у меня был любимый предмет. Любила математику. И особенно любила историю. А можете сказать, что именно вам дал этот конкурс? Ну, непосредственно для меня сейчас, то есть несмотря на то, что у меня уже достаточно богатый опыт, то есть я работала и учителем, работала методистом, вот, но данный конкурс мне дал возможность определить, скажем так, тему моего педагогического опыта. То есть я ставила себе вопрос, что я должна буду представить на этом конкурсе. И как раз, когда у нас были установочные семинары, я нашла ответ на этот вопрос. Поэтому буду как раз это все показывать на методобъединении и на уроках. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к своим соперникам? Хотите им что-нибудь пожелать? К соперникам я отношусь очень уважительно, потому что они такие же конкурсанты, как и я. Поэтому мне бы им хотелось пожелать спокойствия, терпения и творчества. А можете сказать, вот каким, по вашему мнению, должен быть современный учитель? Современный учитель – это не просто учитель, это учитель, воспитатель и руководитель, потому что ему приходится управлять образовательным процессом. Вот. Кроме того, учитель – это должен быть друг детей, потому что не всегда дети могут все сказать родителям, но я считаю, что они могут сказать это учителю и поделиться. Ну и также учитель должен работать с современными технологиями, не отставать от детей. Спасибо вам огромное, Светлана Николаевна. Пожалуйста.